Итак, объясняем, как пользоваться сайтом, или лучше сказать, не сайтом, а как пользоваться движком Moho Portal. mohoportal.com. Ну, сюда ходить вообще не надо, в принципе, я просто так хочу показать, как им пользоваться здесь систему. Вот на демо можно тренироваться. Когда мы создадим сайт Moho Portal, у нас появится вот такой сайт, демо. И здесь будет логин, пароль admin@admin.com и пароль админ. В первую очередь надо будет войти, чтобы его администрировать. Выполним вход. Вход. А, ну ладно, я уже вошел. Просто меня пароль не спросили, потому что я уже здесь по памяти захожу, зарегистрированный. Так, в принципе, если надо, demo mohoportal.com. Вход. Вот. И здесь логин admin@admin.com. Пароль админ. Войти. Все, мы вошли, мы теперь администраторы здесь. У нас в качестве администратора можем делать что угодно с сайтом. Здесь внизу есть маленькая панелька для админов. Можно удалять страницы, создавать что угодно, да? Здесь сейчас есть какие-то созданные страницы, я не буду это удалять, просто давайте потренируемся, как создать новую страницу. Это очень легко. Новая страница. И пишем титул или имя страницы. Важно, чтобы было точно. Уроки Нет, преподаватель. ЦК. Так. Ну. По идее, наименование страницы должно само стать таким же, но оно что-то не реагирует. Если мы хотим создать страницу дочернюю под какой-то страницей определенной, то надо выбрать здесь, что она будет вот в каком-то под каким-то уровнем. А если мы хотим вот здесь, в главном меню, то тогда она должна быть просто в корне. Корень. Желательно тогда имя выбрать какое. Ну, французский, да? Вот. А, сама переименовалась наконец. Ну и добавить. Да. Вот у нас здесь страница французский появилась. Под ней я еще могу создать много разных страниц. Ну, я пока это ставлю так. Готово. На самой вот этой странице я могу добавить модули. Или лучше сказать, надо добавить модули. Самое простое это вот блок HTML. Это я напишу название его. Французский язык. И блок HTML самый простой. Не надо никаких форумов, пока лучше вот блок. Простой блок. Центральная панель. Окей. Теперь перейдем на страницу, посмотреть на страницу. У нас на этой странице французский, вот здесь ничего сейчас нету. Да, потому что мы добавили только контент, и он пустой. Надо его изменить и добавить сюда, соответственно, информацию. То есть пишем текст красивый и добавляем изящные картинки. Картинки желательно всегда добавлять вот этой кнопочкой «Выбор на сервере». Если их тут нету, то тогда надо загружать свои картинки. Да, вот берем, выбираем, допустим, какую-то картинку. Да, и загружаем. Она загружается. Все. Теперь кликаем сюда, на нее. И нажимаем выбрать. Вот
Мы еще можем здесь ее по ширине уменьшить, если надо. Там 150, допустим. Маленькая такая. Отступы поставить ему. Ей, этой картинке. Вот. Замечательно. Выравнивание по правому, по левому краю, чтобы текст обтекал. И всегда писать альтернативный текст какой-то. Земля. Пожалуйста, вот у нас уже статья «Французский язык на земле». Ну, я так пишу просто. Вот. В общем, короче, пишем то, что надо нам опубликовать. И все. Готова наша страница. Да, это все, собственно, вообще, в принципе. Так, если мы хотим под французским создать еще ниже какую-то страницу, то мы пишем новая страница, преподаватель французского языка, допустим. Вот она сделалась. Хорошо. Родительская теперь у нас французский. Вот это. Добавить. Теперь все, она добавилась. Вот она. Теперь идем на модули. И в модулях добавим блок, еще один блок. Преподаватель. Желательно также французского языка. Я сокращаю, но надо писать одинаково. Все, идем. Она добавилась вот здесь, блок. Посмотрим на страницу. У нас теперь преподаватель французского и контент. Изменить. И пишем здесь еще контент. Вставляем еще какую-нибудь картинку. Чем больше картинок вставляем на сайт полезных и интересных, ну, тем лучше, конечно, будет. Выбрать. Ну, там, по ширине, по это все дело. Поставлю ее в центре. Вот. Такая преподаватель у нас француженка. Ну, вот и все. Собственно, теперь понятно, как все это делается. Да, еще, конечно, понадобится нам какая-то контактная форма на сайте, да? Новую страницу заводим. Заказать преподавателя. Ну, вот так. Сократим маленько. Добавить страницу. Ой, я не туда ее добавил. Ну ладно, это легко изменить. Вот здесь вот. Вместо того, чтобы родительская была преподаватель, пусть будет тоже французский, тогда сохраним ее тут. Вот так надо. Все очень просто, на самом деле. Все контролируется, все можно изменить, если что-то не туда попало. Ну ладно. Добавить, удалить модуль. А вот теперь выбираем не блок HTML, а... Что же это надо было здесь выбрать? Контактная форма. Центральный панель. Ну, рекомендую всегда использовать только центральный. Правая и левая панель, это чтобы разделить сайт на три части. Или на две, если надо, какую-то панель создать, как на, вот, на обычных сайтах стандартных. Ну ладно. Редактировать. Извините, давайте войдем в нее. И вот, пожалуйста, это письмо отправится нам, конечно. Вот и все. У нас здесь структура уже появилась, французский язык, преподаватель и заказать. Ну вот. Можно еще одну завести страничку. Новая страничка. Тоже родитель французский будет. И статьи. Статьи по французскому языку. Ну, понятно, что вы можете писать любой заголовок, который вам угодно. Добавить модули. Теперь добавляем модуль блок. Пишем статьи. Добавить контент. Вот и все. Статьи по-французски, пожалуйста.
Сейчас, поскольку ничего нету, то пусто. Раз, два, статьи. Добавим запись, и тогда будет что-то там. Здесь соответствующая какая-то категория. Да, категория И. Ну, готово. Все. Вот статья с таким текстом. С таким заголовком. Здесь может быть картинки, все что угодно. Ну, понятное дело, да? И это часть сайта, которая будет организовываться в виде блога. Туда можно будет писать каждый день какую-то запись. Ну и, собственно, все. Вот маленький сайтик такой вот здесь. Собственно, здесь можно все это тоже организовать подобным образом. Главное, там, статьи, контакты. Ну, как обычно делает любой сайт. И все. Если есть вопросы, пишите на адрес a3@li.ru. Спасибо.